Катаракта – это естественный процесс старения хрусталика, однако существует ряд факторов, которые могут ускорить развитие этой патологии. В частности, наличие других глазных заболеваний, воспалительные заболевания, травмы глаз осложняются развитием катаракты, нарушение обмена веществ, патология щитовидной железы, сахарный диабет вызывают развитие катаракты в организме человека, токсическое действие лекарственных препаратов, которые долгое время может принимать пациент, профессиональные вредности, воздействие химикатов, различного вида излучения, температур, наследственная предрасположенность или наличие системных аутоиммунных заболеваний организма.